актуальном шоу «Удачный час». И прямо сейчас я предлагаю вам становиться богаче. Для этого мое первое задание появилось уже на вашем экране. Мы с вами видим математическое неравенство. И 7500 рублей я готова вам вручить за решение данного неравенства. Итак, все внимание на экраны, посмотрите. Неравенство разделено на две части, на левую и правую часть. Левая часть у нас выделена белыми спичками, белым светом, поэтому вы здесь и должны сейчас поработать, переставить одну спичку белого цвета таким образом, чтобы она стала равна правой части. А в правой части у нас 23. Выделено все это желтым цветом для того, чтобы вы этот ответ не трогали. То есть с ним уже все в порядке, он неприкосновенный, его не нужно никак изменять. Вам нужно поработать сейчас с единицей, с шестеркой, со знаком плюс и с четверкой, которая находится именно в левой части данного неравенства. Переставив одну спичку, вы сможете получить победное решение. Главное понять, что же это за спичка и куда она должна переехать. Так вот, если вы отыщете эту спичку и найдете победное решение, сразу же можете врываться в эфир и озвучивать мне его. Конечно, это сделать просто необходимо. 0948 – номер прямого эфира для жителей России. 0930-7001 – номер прямого эфира для жителей Армении и для всех остальных участников. Также есть номер на экране, который присутствует. Начинается на плюс 88, находится он под основным номером. Посмотрите, внимательно, он сменяется с номером Армении периодически. Обращайте внимание на флаг, который стоит напротив номера, и воспользуйтесь именно тем номером, который подходит для вашей территории проживания. Итак, все внимание на экраны. 7500 рублей я сейчас готова вам вручить. Это прямой эфир, поэтому ждать чего-то не нужно. Лучше сейчас уже становитесь моими героями. Заданий у меня очень много. Так же, как и вознаграждений у меня очень много для вас приготовлено сегодня. Поэтому самый умный, самый целеустремленный участник сегодня и будет пополнять свой семейный бюджет. Это возможно. И для каждого из вас, между прочим, возможно, если вы не ленитесь, если вы сейчас будете действовать, то у вас все обязательно получится. 16 плюс 4 равняется 20. А вот 20 у нас, конечно, меньше, чем 23. Нам нужно левую часть сейчас увеличить на 3 единицы. Подумайте, как это можно сделать, каким образом, откуда и куда должна переехать спичка сейчас, чтобы получилось 23. Проанализируйте, попробуйте каждый знак, каждый символ внутри себя, так и взаимно. Цифра с цифрой, цифра, знак, либо внутри себя цифра должна измениться. Вот сейчас от того, как быстро вы справитесь с заданием, зависит вообще, сколько вы заданий сегодня сможете выполнить. Ну и чем больше выполненных заданий, тем больше ваше вознаграждение. Как вы понимаете, что каждым заданием я своего героя буду вознаграждать. Я готова это делать каждое мгновение. Главное, чтобы вы сейчас работали. Главное, чтобы вы сейчас старались. И от вас напрямую зависит судьба каждого моего задания и судьба всей моей программы. Я надеюсь, что сегодня в такой прекрасный день, хоть он уже подходит к завершению, сегодня 8 марта, поздравляю всех женщин, всех девушек с праздником. Желаю всего хорошего, весны в душе, ну и всегда оставаться девушками в первую очередь. Сейчас вы можете пополнять свой семейный бюджет. Здравствуйте! Какую спичку вам удалось переставить? Алло, здравствуйте. Может быть, из четверки сделаем семерку? А как вы из одной спички, из четверки сделаете семерку? Посмотрите внимательно. Вы переставляете одну спичку, одну выбрасываете. Вы просто подогнали сейчас под ответ. Подгоняете под ответ. К сожалению, вы не можете сейчас. Потому что один единственный способ, который может привести вас к победе, это переставленная спичка. Все, больше ничего делать не нужно. Не надо выдумывать ничего больше. Подумайте все-таки, что можно сделать сейчас. Подумайте, как могут измениться цифры, откуда и куда может переехать спичка. Решайтесь на свою победу сегодня, это прекрасно будет. И я не знаю даже, как можно сейчас отказаться от такой прекрасной возможности. 7500 рублей, как вы понимаете, это не все, что можете сегодня заработать. Ведь первое разминочное задание – это не единственное и не последнее задание на сегодня. У нас с вами достаточно много времени, также достаточно много заданий, и вы можете в каждом из заданий принимать активное участие. Именно активные участники меня сейчас интересуют.
Всегда такие участники добиваются своей победы. Вы всегда справляетесь даже с более сложными головоломками. И у вас это выходит. У вас это все получается. Так что не сидите сейчас сложа руки, действуйте, пока эта возможность есть на вашем экране. Хороший, прекрасный день сегодня весенний. Так скрасьте его еще с таким дополнительным заработком. 7 500 рублей. И не останавливайтесь на достигнутых результатах. Потому что у вас будет возможность вновь и вновь пополнять свой семейный бюджет. Ведь вы можете стать моим героем неоднократно. Можете и в этом задании, и в следующем задании принимать участие. Вы можете врываться в эфир столько раз, сколько вам потребуется для вашей победы. Вот пока что не добьетесь положительного результата, пока что не добьетесь ответа 23. Можете врываться в эфир столько раз, сколько вам потребуется. Для начала проанализируйте сейчас левую часть, каждую цифру и знак. Посмотрите, откуда можно взять спичку, куда можно поставить, чтобы ничего не было испорчено, то есть чтобы цифры не разрушились. Здравствуйте, какое решение у вас получилось? Девушка, если тройку сделать нулем. Тройка же в ответе у нас, в правой части, ответ неприкосновенный, я же вам это сказала. Что желтые спички у нас ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя изменить. Да, 16 плюс 4 – это 20. Вы сейчас взяли просто левую часть. То есть правую часть сделали равной правой. Нам ни в коем случае нельзя сейчас правую часть трогать, поймите. В левой части вы можете изменить одной спичкой, переставив ее. Вот, что вам нужно делать сейчас? Ну, ни в коем случае не менять сам ответ. Ответ у нас, он должен оставаться таким, какой он есть сейчас. И наоборот, мы левую часть должны равнять к правой, а не так, как вы сейчас сделали. Правую часть подогнали под левую. Ну, так дело не пойдет. Это первое разминочное задание. Вы уже начали такие ошибки совершать. Исправляйте себя, исправляйте. Потому что стать победителем вы можете. У вас еще эта возможность есть. Даже если ошиблись, в этом нет ничего страшного. Руки опускать не стоит. Нужно продолжать верить в себя. Нужно продолжать работать. И все обязательно получится. Продолжайте действовать. Подумайте, проанализируйте, откуда можно взять спичку, куда можно поставить, чтобы ничего не добавить. Чтобы не выбросить ничего из задания. Помните, что выбрасывать вы не можете. Ни одна из спичек не должна покинуть этого неравенства. И ни одна лишняя спичка не должна быть поставлена откуда-то с воздуха на это неравенство в левой части и в правой части. То есть вам нужно сейчас действовать строго по правилам, и в этом случае у вас получится стать героем. Но если вы будете сейчас нарушать правила, то, конечно, победителем вы стать не сможете. А это сейчас не должно быть в ваших интересах. В ваших интересах сейчас становиться победителем и, может быть, даже не раз пополнять свой семейный бюджет и делать это в течение всего времени. Подумайте, как вы можете сейчас действовать, как вы можете сейчас пополнять свой семейный бюджет. Вы прекрасно проводите время. Вы сейчас занимательно проводите время, пробуя переставлять спичку, ища победное решение. Так вы можете еще и стать моим героем. Вы можете стать богаче помимо всего этого. Это все возможно. Прямо сейчас, в прямом эфире моего шоу. Не надо себе отказывать в этом удовольствии, в такой прекрасный день. Так позвольте себе сейчас стать богаче. Не только на 7 500 рублей, но и более того. Потому что вы можете принимать участие в других моих заданиях. Они все будут очень интересные, не менее денежные. У меня их столько много, что я была бы рада, если бы вы выполняли задание сейчас очень быстро. Да, первое разминочное задание, и чем быстрее вы с ним справитесь, тем быстрее мы перейдем к следующему и так далее. От вас зависит, от того, как вы сейчас будете работать, зависит то, как быстро мы будем с вами переходить к последующим заданиям. Но, кстати, следующие задания будут сложнее. Второе будет сложнее первого, третье будет сложнее второго и так далее. Вы должны понимать, что на более сложные задания потребуется чуть больше времени. Поэтому сейчас я не хочу, чтобы вы на разминке уже тратили время. Впустую. Вот впустую на какие-то ненужные решения. Вот посмотрите внимательно сейчас. Есть два условия задания, которые вам необходимо выполнить сразу. И одно, и другое условие. То есть одно без другого условия не сделает вас победителем. Ответ нам нужно получить 23 в левой части. Сейчас он равен 20. Нам нужно 23.
нужно увеличить левую часть на 3 единицы, но не прибавить эти 3 единицы, соответственно, а только переставить одну спичку. Так может измениться, что единица, шестерка, знак плюс и четверка. Вам нужно сейчас понять, что же это за спичка, куда она должна переехать и что при этом изменится. И как только вы отыщете эту спичку, можете смело набирать номер прямого эфира. Я надеюсь, что вы посчитаете свое решение. Я надеюсь, что вы увидите, что левая часть стала равна 23, что у вас получилось равенство в итоге. И уже с полной уверенностью в себе и в своем ответе можете набирать номер прямого эфира и озвучивать мне свое решение. Кстати, подробно я хотела бы услышать от вас ответ подробный. Откуда берете спичку, куда переставляете, что у вас в левой части получилось, и все, что получилось, вы пересчитываете, получается 23. Я хочу услышать как можно быстрее победное решение, и поэтому я готова увеличить сумму вашего вознаграждения до 8000 рублей. Я пошла вам навстречу и увеличила сейчас сумму вашего вознаграждения. Я вот делаю все, чтобы победители появлялись как можно быстрее в моей программе. Дело сейчас за вами. Вот у вас есть все сейчас на самом деле. Для того, чтобы стать моим героем, у вас есть интересное задание, правила задания. Я вам уже озвучила и даже сделала это неоднократно. Я от вас не скрываю, что сейчас нужно сделать в этом задании. У вас есть номер прямого эфира. Получилось равенство. А как может получиться равенство, если вы сейчас испортили и единицу, и четверку? Конечно, никак не получится. Поэтому исправляйте себя, не поздно это сделать, потому что победителя пока еще нет. Значит, вы можете вновь оказаться в эфире и озвучить уже только победное решение. Врывайтесь в эфир со смыслом, врывайтесь в эфир уже моими героями. И вы будете пополнять свой семейный бюджет каждое мгновение. В этих заданиях, в таких подобных заданиях, вы можете сами себя перепроверять. И проверить можно только после того, как вы посчитаете и посмотрите, что же получается у вас. Как только пересчитаете, вы уже будете точно видеть, что получилось у вас в левой части. Ну и не будете спешить с выводами. Если ваша левая часть стала равна 23, вы пришли к такому ответу, переставив только одну спичку, значит, вы можете озвучивать его в прямом эфире, потому что это и есть победное решение. Вот точно вам бояться в этом случае ничего не нужно. Но если вы получили какое-то другое значение, то в этом случае не стоит торопиться набирать номер прямого эфира. Верните спичку на место и попробуйте поработать с другой спичкой. И так каждый раз, каждой спичкой, которую возможно сейчас взять, и которую можно куда-то поставить. Каждую комбинацию сейчас проработайте и пересчитайте. И если вы потратите время именно на поиски победного решения, вы его обязательно найдете. Не может быть такого, чтобы вы его не нашли. Мои задания все выполнимы. Стоит проделать некоторую работу, и все у вас получится. Ну, сейчас я, конечно, даже не знаю, зачем ошибаться изначально. Ведь это первое разминочное задание, с ним можно справиться очень даже быстро. И, кстати, пора уже с ним справиться. Времени-то прошло достаточно много. 8000 рублей я готова за него вручить. Ну, если у вас есть победное решение, тогда, пожалуйста, набирайте номер прямого эфира. 0948 номер для жителей России, 0930-7001 номер прямого эфира для жителей Армении. Для всех остальных участников также есть номер, который начинается на плюс 88, находится он ниже основного номера. Пожалуйста, действуйте, действуйте, верьте в себя, сейчас верьте в свою победу, все у вас получится, я даже в этом не сомневаюсь. Вы способны, уж я-то знаю, на что вы способны, как вы можете, как вы умеете работать. Поэтому даже не сомневаюсь, что в ближайшие мгновения победитель появится. Вы это сделаете. Потому что нам нужно с вами двигаться дальше, нам нужно переходить к следующему заданию и так далее. То есть нужно расти, задания будут усложняться. Так что думайте, думайте. Сейчас тратить время прямого эфира на молчание ни в коем случае нельзя. Нужно действовать, нужно верить в себя и не останавливаться. Здравствуйте. Какую спичку переставили вы? Поставьте спичку с плюса на шестерку. С
плюсы на шестерку. Возможно это сделать. Мне нравится то, что вы сейчас переставили спичку и сделать это грамотно. Но 18 минус 4, 23 не получается. 18 минус 4 будет 14. А нам-то нужно 23. И вот посмотрите сейчас. Вы вроде бы грамотно спичку переставили. Но, к сожалению, вы выполнили только первую часть задания. Вы спичку переставили, а ответ по нужной не получили. Я вам говорила два условия задания, которые обязательно нужно выполнить. Вы выполнили одно условие. А второе, к сожалению, у вас не получилось. Я не знаю, вы, может быть, немножечко подзабыли о втором условии, но обязательно нужно получить ответ 23. Обязательно. Мы с вами для этого сейчас спичку переставляем, чтобы именно 23 получить. А какое-то другое значение победителем вас не сделает. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Алло, девушка, здравствуйте. Шестерку переделаю в девятку. 19 плюс 4 равно 23. Ну, конечно. Вот оно, победное решение. Вы молодец. Очень быстро справились с заданием. Как вас зовут? Роман. Роман, откуда вы звоните? Магнитогорск. Именно к вам, Роман, в Магнитогорск отправляется 8 тысяч рублей. Спасибо большое. И я перехожу благодаря вам ко второму заданию, которое появилось на вашем экране. Математическое неравенство, за решение которого я вручу 9 тысяч рублей. Посмотрите, более сложное задание сейчас перед вами, я вам говорила об этом, что задания будут усложняться. Вот, пожалуйста. Сейчас прибавилась цифра, прибавился знак. Да, больше теперь спичек, с которыми вам нужно будет поработать. Ну, а само задание, оно аналогичное. То есть правила остаются те же. Вот сейчас я надеюсь, что вы ничего придумывать не будете. Не будете совершать тех ошибок, которые были совершены уже в первом задании. То есть сейчас вы будете работать, уже понимая то, что нужно делать в этом задании. Ведь правила наверняка уже как-то осели в вашей голове, и вы наверняка уже привыкли к ним. Не надо ничего придумывать сейчас нового. Вот подумайте, что в левой части сейчас должно измениться, откуда и куда должна переехать спичка, чтобы получить в ответе 10. Как вы видите, вот этот ответ 10, который меня сейчас интересует. Но, как всегда, желтые спички у нас неприкосновенны, трогать вы их не можете. А вот давайте посмотрим, с чем вам можно и нужно поработать. Это пятерка, знак плюс, семерка, знак минус и восьмерка. А теперь, пожалуйста, внимательно посмотрите и пересчитайте, подумайте, что сейчас у вас получится. 5 плюс 7 будет в ответе 12. И 12 минус 8 – 4. 4 в ответе. Значит, на 6 единиц нам сейчас левую часть нужно увеличить до 10. Вы же понимаете, что сейчас вам нужно сделать. Вот увеличить нужно левую часть, поэтому обязательно логически подумайте. Логически подумайте, что и как может измениться, чтобы увеличилась левая часть на 6 единиц. Задание очень интересное. У вас есть время поразмышлять, проанализировать, поработать с каждой цифрой, с каждой спичкой, которую можно взять, которую можно поставить. Всякие разные у вас получатся комбинации, и с каждой комбинацией вам нужно, конечно, поработать, посчитать ее и посмотреть, что получилось у вас в итоговом ответе. Как вы уже понимаете, что если ответ будет равен другому значению, это не победное решение. Если ответ будет равен 10, и при этом вы переставили только одну спичку, это решение сразу же нужно поторопиться озвучить в прямом эфире. Так что действуйте. Озвучить в прямом эфире достаточно просто. Вам нужно набрать номер с вашего мобильного телефона. Три номера прямого эфира указаны на вашем экране. Номер 0948 для жителей России, 0930-7001 номер для жителей Армении, для всех остальных участников. Кто также хочет принимать участие в моем шоу «Становиться богаче», но проживает где-то в любой другой точке нашей большой планеты, для вас есть номер, который сейчас появится на вашем экране. Начинается он на плюс 88. Вот, пожалуйста, он сменился номером с армянского на
конечно, другой, международный, поэтому вы сейчас сможете принимать участие в моей программе «Становиться богаче», несмотря на то, что, может быть, вы где-то в другом конце Земли находитесь и проживаете сейчас. Мне не важно, откуда вы будете, где вы живете. Мне важно то, как вы сейчас будете работать. И я уже увидела результат, хороший достаточно результат. Быстро справились с первым заданием. То есть я убедилась в том, что у вас боевой настрой. Вы готовы становиться победителем, вы готовы сейчас зарабатывать. Значит, продолжаем дальше работать. Интересное задание. У вас есть еще достаточно много возможностей, чтобы стать моим героем. И я даже не знаю, если мы с такими темпами с вами пойдем дальше, выполняя задание за заданием, то победителей у меня будет достаточно много сегодня, чему я буду очень сильно рада. Я к этому и стремлюсь, чтобы моих героев становилось все больше и больше. У нас с вами есть еще достаточно много времени, достаточно много интересных заданий, с которыми вам нужно будет поработать. И вот дабы сейчас не терять время на молчание, на ошибки, попробуйте начать уже выполнять это задание по всем правилам. Вы справитесь. То есть обязательно вам нужно сейчас учесть то, что работает только одна спичка, то есть переезжает с одного места на другое одна игла. Все остальное должно оставаться на своих местах. Ну и при всем при том, как понять, та ли эта спичка, то ли вы спичку переставили на свое ли место, вот вы узнаете это только после того, как пересчитаете и посмотрите, чему равно ваше решение. Ответ должен быть равен 10. Как вы видите, вот этот показательный ответ выделен желтым цветом, чтобы вы его не трогали ни в коем случае, не надо с ним работать. Но если вы видите, что переставив спичку, вы пересчитали, и ваш ответ равен другому значению, даже приблизительному, даже пусть это будет 9 или 11, конечно же, это будет не победным решением. Конечно же, это будет новое неравенство, за которое я не вознаграждаю своих участников. Я вас прошу быть изначально предельно внимательными, чтобы не застревать нам с вами на одном задании с ошибками и с вашими раздумьями долгими, а вот чтобы сразу у меня появился победитель. И я думаю, что вы способны на такое. Я думаю, что вы способны сейчас справиться с этим заданием в кратчайшие сроки. Как вы сделали это в первом задании? Да, сейчас сложнее задание. Но ничего страшного, я уверена в ваших силах, в ваших знаниях, в ваших способностях. Вы хорошо начали, значит, продолжать нужно. 9000 рублей я готова вам вручить за одну переставленную спичку и за ответ 10. Решайтесь, решайтесь. Сейчас это ваше время, ваша победа, ваше вознаграждение, которое вас ожидает. Ворвитесь в эфир и станьте счастливым обладателем этих денег. Вы можете, вы справитесь. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? А давайте семерки сделаем единицу. Давайте сделаем. Но куда вы спичку дели? Ваш ответ был неполноценный. Либо она у вас исчезла, просто вы ее выбросили, либо куда-то поставили, но вы мне не указали, куда. Вот, к сожалению, подобные ответы, они для меня немного непонятны. Я не знаю, что вы хотели сделать с этой спичкой. То, что из семерки получилась единица, хорошо, это я учла. А куда спичка-то переехала? Или вы ее выбросили? Выбрасывайте задание, вы ничего не можете. Ну, а если уж куда-то переставляете, то обязательно указывайте, куда. Ваш ответ должен быть полноценный. Мне хочется слышать все-все-все, каждый ваш шаг. Откуда взяли спичку, куда переставили? Что получилось в левой части? И все, что получилось, вы пересчитываете, получаете в ответе 10. Вот это вот, конечно, будет хороший, достойный, полноценный, развернутый ответ, за который я готова вас вознаградить. Но пока что у меня остаются к вам вопросы после ваших ответов. Подготавливайте свой ответ, прежде чем ворваться в эфир, и проверяйте свои решения, ведь это возможно. Я не хочу, чтобы вы сейчас в прямой эфир врывались напрасно. Раз уж врываетесь в эфир, то врывайтесь победителем, уже с проверенным решением. Я думаю, что считать вы все умеете, поэтому не поленитесь, посчитайте. Обязательно посчитайте, посмотрите, что получается в левой части. И только после этого, конечно, вы уже можете быть уверенным в своем ответе, в своем решении. И набирайте номер прямого эфира, если уже отыскали. То есть молчать не надо.
Зачем молчать, зачем откладывать свою победу на потом, если вы уже сейчас можете стать счастливым обладателем 9000 рублей? 0948 – номер прямого эфира для жителей России. 0930-7001 – номер прямого эфира для жителей Армении. И для всех остальных участников также есть номер, который находится чуть ниже на вашем экране. Начинается он на плюс 88. И очень хочется, чтобы вы с этим заданием справились так же быстро, как и с первым. А с первым вы просто великолепно справились. Меня порадовал этот результат. Так продолжайте в том же духе, не останавливайтесь на достигнутых результатах. У вас всегда есть возможность вновь стать моим героем, всегда есть возможность исправиться и вновь оказаться в эфире с победным решением. То есть вот берите и пользуйтесь этой прекрасной возможностью. Выполняйте задания, становитесь победителями. Вы время прекрасно сейчас проведете в течение всего шоу. Вы станете богаче, может быть, неоднократно. Конечно, нужно себе это позволить. Ни в коем случае нельзя отказывать себе в таком удовольствии. Можете даже всей семьей сейчас сидеть. Я уверена, что сегодня в праздничный день вы где-то, может быть, в гостях, может быть, кто-то у вас в гостях, может быть, вы родственниками собрались и сейчас смотрите мою программу. Так можете вместе все подумать, конечно. Можете вместе очень быстро отыскать ту самую спичку, и кто-то из вас наберет номер прямого эфира, озвучит мне победное решение, и 9000 рублей сразу же отправится в ваш семейный бюджет. Вот представьте, как прекрасно будет, если вы сейчас на самом деле станете богаче, вы станете счастливее. А как прекрасно будет, если в вашем кармане окажется не 9, а 9500 рублей. Я пошла вам навстречу, вновь увеличила сумму вашего вознаграждения. 9500 рублей. Очень хорошее вознаграждение. Постарайтесь сейчас, поработайте с каждой спичкой. Не поленитесь это сделать. Вот потратите немного времени на поиски победного решения, на поиски той самой спички. И вы станете героем, вы станете богаче. Представляете, прямо сейчас, в прямом эфире моего шоу. Ни в коем случае нельзя отказывать себе в этом удовольствии. У нас с вами еще достаточно много заданий, достаточно много времени. Так что давайте не будем сейчас зацикливаться на одном задании. Вот хочется уже сейчас победителя услышать. Может быть, вы готовы. Может быть, вы готовы уже озвучить мне победное решение. Вот наверняка вы знаете, что должно измениться. Пятерка, знак плюс, семерка, знак минус или восьмерка. Откуда должна переехать спичка и куда она должна переехать? Как видоизменятся цифры? Проанализируйте и посмотрите, может быть, как-то внутри себя, может быть, взаимно цифра с цифрой, а может быть, цифра и знак. Вам нужно включить сейчас обязательно логику и поразмышлять. Вот если левая часть равна у нас 4 сейчас, 5 плюс 7 и минус 8 будет 4 в левой части. Ну, а нам нужно получить 10. Значит, на 6 единиц вам нужно увеличить левую часть. Ну вот каким способом? Не прибавить эти 6 единиц, не что-то выпросить задание, а наоборот. Вам нужно всего лишь переставить одну спичку. Вот такое вот простое действие сделать. Конечно, переставить спичку просто, но вот отыскать ее, что же это за спичка и куда она должна переехать, не так-то просто. Рассказывайте, какую спичку вы переставили? Девушка, здравствуйте. Из восьмерки надо сделать 2, ну все понятно. Нет, ну что же у вас понятно? Как сделать 2-то, выбросить 2 спички? Понятно, что получилось 10, но спички исчезли из задания, а ни одна спичка не может покинуть данное неравенство. Вы ничего не можете выбросить. Не надо подгонять сейчас под ответ. В чем хитрость этого задания? Да в том, что одной лишь только спичкой вы можете получить победное решение. Да, переставить ее. Но согласитесь, получить ответ 10 возможно многими-многими способами. Просто взять и заменить что-то. Но это же не будет считаться победным решением. Поэтому я и прошу вас сейчас поразмышлять, как одной только спичкой, переставив ее с одного места на другое, получить нужный нам ответ. И что для этого может измениться? И откуда и куда она должна переехать? Вам нужно сейчас поразмышлять, прежде чем найти победное решение. Конечно, нужно ряд действий сейчас выполнить. Поискать. Ну, не просто справиться с таким заданием сложным.
Согласитесь, да, с первым, первое это было проще, но и то вы с ним работали, прежде чем победитель появился. Сейчас задание сложнее, но оно выполнимое, потому что я знаю, что каждое мое задание, ну, вполне выполнимое. И я рассчитываю, я же сразу не начала со сложных заданий. Я все-таки ваши силы сейчас проверяю, ваши знания. Готовы ли вы двигаться дальше? Вот пока не будет второго победителя, я знаю, что к третьему заданию мы с вами не приступим. Потому что оно будет более сложное, и вы к нему еще пока что не готовы. А вот сейчас я знаю, что вы с этим справиться можете. Потому что с первым справились, ну, значит, и с этим разберетесь. И вам сейчас, чтобы не терять время, нужно заниматься поисками той самой спички. Потому что вы в любой момент можете набрать номер прямого эфира. Вы в любой момент можете стать моим победителем. Вы можете себе это позволить. Каждый из вас это может сделать сейчас. Но главное не сидеть, сложа руки и молчать. Вот понимаете, я же ваши мысли читать не умею, и сама я с вами связаться не могу. Поэтому очень хочется, чтобы вы сейчас сами не поленились, набрали номер прямого эфира и озвучили мне победное решение, если вы хотите стать богаче на 9 500 рублей. Конечно, это сделать вам просто придется. Так что не надо сейчас бездействовать. Смелее будьте, смелее действовать нужно. Верить в себя, верить в свою победу. Ни в чем не должно, ни вы не можете сомневаться сейчас. Ведь один победитель есть. Вы уже наглядно убедились на одном примере, что справляться с моими головоломками не только интересно, но это еще и прибыльно. То, что вы сейчас выполняете задание и пополняете свой семейный бюджет. Продолжайте работать в том же духе, и вы тоже станете моим героем. Главное, не останавливаться. Может быть, конечно, и не с первого раза у вас получится переставить нужную спичку на свое законное место. Может быть, даже не со второго. Но обязательно получится, если вы не будете опускать руки, если вы не будете отчаиваться. Конечно, чтобы получить победное решение, нужно работать, нужно действовать. Здравствуйте. Какое решение у вас получилось? Здравствуйте. Давайте из пятерки сделаем тройку. Давайте сделаем. Это возможно сделать, но посмотрите внимательно сейчас. Еще меньше вы сделали левую часть, а нам нужно ее все-таки увеличить. Посмотрите, 3 плюс 7 и минус 8 будет в ответе 2. А нам нужно 10. У нас левая часть меньше, чем правая, значит, ее нужно увеличить. Думайте, размышляя логически все-таки. Вот если вы хотите что-то сделать, переставить ту или иную спичку, подумайте для начала, вообще нужно это сделать? Нужна ли эта самая спичка? Нужно ли то самое место? Вот как изменится цифра? Вообще надо ли это делать вообще сейчас? Проанализировали, все, понимаете, что это не приведет вас к победе. И не надо зацикливаться на этом решении. Не стоит его озвучивать в прямом эфире. Вы же понимаете, если вы озвучите такое решение в прямом эфире, победителем вы не станете. Только зря время потратите. Вот лучше это время потратить на поиски, на самом деле, победного решения. И сразу врываться в эфир уже моим героем. Потому что вы точно будете понимать, что 9 500 рублей сейчас отправится вам. И вот вы знаете, я даже не сомневаюсь в том, что второй мой герой появится в ближайшие мгновения. Потому что и времени прошло уже достаточно много, можно было поразмышлять, порассуждать, поработать с каждой спичкой. Да и вы хорошо сегодня работаете, да? Я вижу, что вы не сидите сложа руки, вы действуете, вы активно участвуете в моей программе. Но, конечно, есть некоторые недочеты, есть ошибки, что-то вы упускаете из своего вида, есть... То, на что вы не обратили внимания сейчас, понимаете? То, что одну часть задания выполняете, вторую перестаете выполнять. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Алло. Мне кажется, спичку семерки берем и ставим на минус. Семерки на минус. Возможно. Посчитаем давайте теперь вместе. 5 плюс 1 – 6 и плюс 8 – 14 в ответе. Ну, вот немножечко перестарались все-таки. Да, увеличили левую часть, но это, опять же, не 10. Это новое неравенство получилось. Новое неравенство меня
не интересует сейчас. Но вы можете исправиться. Да, вы грамотно спичку переставили, и это уже радует. То, что вы хотя бы ошибок не совершили. Ну, видимо, с другой спичкой сейчас нужно поработать. Попробуйте также грамотно что-то другое сейчас изменить одной спичкой. И пересчитать. Главное, не забудьте сейчас пересчитать и посмотреть, что получается у вас в ответе. И только после того, как вы посчитаете, вы уже будете точно уверены в правильности своего решения. Победное оно у вас или нет. С той ли спичкой вы сейчас поработали. Или все-таки нужно подумать что-то другое, изменить, какую-то другую спичку переставить. Главное, действовать сейчас, не сдаваться. Меня очень радуете, вы активные сегодня, вы хорошо работаете, замечательно. 9 500 рублей я готова вам сейчас вручить за вашу хорошо проделанную работу. Один герой у меня уже есть, достойный прозвучал ответ, достойное вознаграждение отправилось этому участнику, моему первому победителю. Вы также можете стать моим героем. Каждый из вас, если вы сейчас не будете сидеть сложа руки, а будете действовать, то я вас уверяю, у вас все получится. Вы не останетесь без вознаграждения. Это точно я могу сказать. Если будете действовать. И действовать нужно в моем шоу. Конечно, мое шоу предназначено для активных участников. Для того, чтобы вы сейчас свои знания, способности использовали, проверяли их в прямом эфире и пополняли свой семейный бюджет. Мне, конечно, не хочется, чтобы вы молчали. Мне не хочется, чтобы тишина какая-то образовывалась у нас в прямом эфире. Я хочу слышать ваши активные голоса, ваши счастливые голоса, когда вы становитесь счастливее в прямом эфире, когда пополняете свой семейный бюджет. Ну это же прекрасно, вот больше бы таких моментов в моем шоу. В течение всего времени я готова вас вознаграждать, я готова вас поздравлять. Лишь бы вы сейчас работали. А вот за задание не переживайте. Заданий у меня настолько много, что хватит на каждого желающего, кто хочет пополнить свой семейный бюджет. Вот за это даже можете не переживать. И не надо беречь мои задания. Наоборот, нужно с ними справляться как можно скорее. Задание появилось, справились. Задание появилось, справились и так далее. Только пополняйте свой семейный бюджет. Так что подумайте сейчас. Если у кого-то из вас наверняка есть победное решение, если вы знаете, откуда и куда должна сейчас переехать спичка, тогда нужно срочно оказаться в прямом эфире. Поймите, пока вы сидите и чего-то выжидаете, ваш конкурент может оказаться в эфире и озвучить это решение. В любой момент это может произойти, это прямой эфир, и я даже не знаю, что в следующий момент будет. Поэтому вы сейчас должны сами для себя решить. Если вы хотите стать героем, то набирайте номер прямого эфира. Ну, если при том, что у вас есть победное решение. Если решения у вас еще пока что нет, значит, что-то вы не досмотрели, что-то не углядели. Может быть, какую-то спичку не увидели сейчас. Попробуйте все-таки поискать еще, не останавливайтесь. Так как победителя второго еще нет, значит, есть возможность у вас стать как раз-таки вторым победителем. Думайте, думайте. Продолжайте работать. 0948, номер прямого эфира для жителей России. 0930-7001, номер прямого эфира для жителей Армении. И для всех остальных участников также есть номер, который начинается на плюс 88. Используйте тот номер, который относится к вашей территории проживания. Главное сейчас не бояться ничего, не стесняться оказаться в эфире. Конечно, какое может быть здесь стеснение, если речь идет о вашем вознаграждении? Это очень хорошее, достойное вознаграждение. 9 500 рублей. Ну, конечно, никаких сомнений, никакого стеснения не должно быть. Сейчас вы сами за себя решаете, станете вы героем или нет. Я вам эту возможность предоставляю, ну а дальше уж вы сами. Я, кстати, в течение всего этого времени помогала, буду помогать. Так что не переживайте, даже если вы ошибетесь, я в любом случае укажу вам на вашу ошибку, чтобы вы в любой момент могли исправиться. И нам пора уже, кстати, переходить к третьему заданию, поймите. Много времени прошло. Конечно, я не ставлю таймер. С первым заданием очень быстро справились, молодцы. Второе, конечно, вызвало затруднение, но в этом я тоже вас могу понять, так как оно сложнее.
Но все-таки выполнимо, и вот, может быть, уже пора озвучить мне победное решение. 9 500 рублей я все-таки предлагаю вам сейчас. Это очень хорошее вознаграждение. Я думаю, что вам нужно сейчас постараться ворваться в эфир и озвучить мне подробно свое решение. Откуда взяли спичку, куда вы ее переставили, что у вас получилось в левой части. Все, что получилось, пересчитывайте. И левая часть равна 10. Вот такой вот ответ. Мне бы хотелось услышать от вас. За такой ответ я с удовольствием вам вручу 9 500 рублей. Порадуйте себя, порадуйте своих родных и близких. Сегодня прекрасный весенний день, 8 марта. Сделайте его еще ярче, сделайте его еще радостнее и счастливее. Да, я понимаю, что завтра уже вновь на работу. Но неделя будет короткая, и это нас очень радует, что вам нужно работать в среду, четверг и в пятницу. И если вы сейчас пополните свой семейный бюджет, возможно, вы решите продлить свои выходные, да и вообще, может быть, на этой неделе даже не пойдете на работу. Ну а почему бы и нет, если вы уже стали богаче? Подумайте над этим. Такая замечательная возможность, которую ни в коем случае вам не нужно сейчас упускать. И кому-то другому предоставлять, согласитесь. Было бы, наверное, обидно, если на ваших глазах сейчас кто-то бы заработал деньги, назвав то решение, которое вы уже знаете. Поэтому станьте первым моим участником, который справится с этим заданием. Здравствуйте! Какую спичку вы переставили? Здравствуйте! С восьмерки возьмем спичку, поставим на пятерку. И получится 9 + 7 - 6 = 10. Ну, конечно, получится! Я вас поздравляю, вы молодец! Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, откуда вы звоните? Костомукша. Именно к вам, Татьяна, отправляется 9 500 рублей. Я поздравляю вас с победой и с замечательным женским праздником. Наконец-то я перехожу к третьему заданию, и оно уже на вашем экране. Вновь неравенство, более сложное, и я готова вручить уже 10 000 рублей за выполнение данного задания. Итак, посмотрите, сложное. Конечно, сложное, но радует то, что аналогичное задание, правила остаются теми же. Понимаете, что сейчас у вас есть прекрасный опыт за плечами. Вы справились с первыми двумя заданиями, которые были немного проще, но все же справились. Сейчас вам также необходимо переставить одну спичку белого цвета с одного места на другое, для того, чтобы получить в ответе 30. Вот сейчас посмотрите внимательно, что есть, что присутствует у нас в левой части. Двойка, тройка, знак плюс, шестерка, знак минус и четверка. А вот теперь пересчитайте и посмотрите, что нужно сделать вообще, что получается. И проанализируйте, попробуйте проанализировать. 23 плюс 6 будет 29. И 29 минус 4 – 25. То есть получается, что левая часть у нас сейчас меньше на 5 единиц правой части. И нам нужно увеличить сейчас левую часть на 5 единиц, чтобы она стала равна правой. То есть 30. Именно 30 ответ интересует меня, как вы видите, что как раз-таки желтые спички – это тот ответ, к которому мы стремимся с вами. И с ним ни в коем случае вы работать сейчас не можете. То есть с ним все в порядке. Он как показатель стоит сейчас перед вами. А вот двойка, тройка, шестерка и четверка, знак плюс и знак минус у вас могут измениться. Ну, что именно и как? Задание сейчас очень сложное и потребуется значительно много времени, может быть, больше даже, чем на первое и второе задание. Я не знаю. Может быть, сразу, конечно, справитесь. Кто вас знает, может быть, вы уже настолько опыта набрались, что в ближайшие мгновения я уже услышу третьего победителя. Было бы просто прекрасно и великолепно. Так вот, подумайте сейчас, откуда и куда должна переехать спичка, что должно получиться. Если отыщете победное решение, как всегда, знайте, что вам нужно обязательно это победное решение озвучить в прямом эфире. Для этого вам нужно набрать номер прямого эфира. 0948 номер для жителей России, 0930 7001 номер прямого эфира для жителей
Армении. И для всех остальных участников также есть номер, который присутствует на экране. Начинается он на плюс 88. Пожалуйста, начинайте действовать. Пожалуйста, можете пополнять свой семейный бюджет. Становиться победителем, становиться героем. 10 тысяч рублей я готова вам вручить сейчас за выполнение данного задания. Это хорошее, прекрасное вознаграждение, которое может стать вашим. Я думаю, что сейчас обязательно нужно эту возможность на все 100% использовать. Не надо сидеть сложа руки. Надо действовать. Уже, я надеюсь, что вы начали работать с каждой спичкой, переставлять с одного места на другое и пересчитывать каждое получившееся у вас. Каждый вариант пересчитать, перестановки спички. Думайте, думайте. 30 в ответе, одна переставленная спичка. Вот сейчас попробуйте проанализировать каждый знак, каждый символ, как внутри себя, так и взаимно. Может быть, цифра с цифрой, может быть, цифра и знак. Откуда и куда должна переехать спичка, вам сейчас нужно это понять. Помните, что у нас с вами еще достаточно много времени, достаточно много интересных заданий впереди. И хочется, чтобы мы с вами от задания к заданию переходили с большой скоростью. Вы замечательно справились с первым, со вторым заданием. Значит, я не сомневаюсь в ваших способностях, то, что и с третьим вы справитесь очень быстро. Да, несмотря на всю его сложность. Обращайте внимание на каждый свой шаг. Любой недочет – это шаг назад, поймите. Любой недочет не сделает вас победителем. Я не хочу, чтобы вы сейчас ошибались. Я хочу, чтобы наоборот учитывали все, все, все. И очень грамотно переставили спичку, получили ответ нам нужный 30 и стали моим героем. Это возможно. Посмотрите внимательно. Двойка, тройка, знак плюс, шестерка, знак минус, четверка. А теперь подумайте и посмотрите, откуда можно взять спичку, чтобы не испорчена была цифра. Куда можно поставить спичку, чтобы опять же цифру не испортить. И попробуйте пересчитать то, что у вас получилось. Но при этом, пожалуйста, ничего не добавляйте, ничего не выбрасывайте. Здравствуйте! Какую спичку вы переставили? Здравствуйте! Я считаю, что из двойки нужно сделать три. Из двойки тройку можно сделать три. Будет 33 плюс 6 и минус 4. Будет 35 в ответе. А у нас ответ 30. Вы сейчас перестарались немного. Нужно было увеличить на 5 единиц, вы увеличили на 10. Это не есть хорошо, это не совсем правильно, потому что все-таки мне нужно, чтобы вы сейчас именно этот ответ получили, который равен 30. Значит, нужно подумать сейчас, постараться. Ведь не за каждую переставленную спичку, не за любой ответ я готова вознаграждать своих участников. Два победителя есть, но они замечательно справились с заданием. Неграмотно переставили спичку и получили нужный ответ. Поэтому вам сейчас тоже по силам справиться с этим заданием, несмотря на то, что оно сложнее. Ну и вознаграждение, как вы видите, уже 10 тысяч рублей я готова вам вручить за выполнение данного задания. Все возможно в моей программе, это прямой эфир. И прямо сейчас вы можете уже набрать номер прямого эфира и озвучить победное решение, если оно у вас, конечно же, есть. И я надеюсь, что оно посчитано, я надеюсь, что ваш ответ подготовленный. Прямо сейчас победителю в этом задании я с удовольствием вручу 10 500 рублей. Я пошла вам навстречу, увеличила сумму вашего вознаграждения, потому что я считаю, что вы достойны большего. Я считаю, что вы достойны сегодня стать победителем и заработать как можно больше денег. Но нужно к этому стремиться. Я не могу вручить вознаграждение каждому своему участнику, кто врывается в эфир, но готова вручить каждому участнику, кто справится с моим заданием. С этим, с четвертым, с пятым. У нас достаточно много заданий с вами. Поэтому нужно как можно скорее выполнять задание за заданием, чтобы победитель за победителем появлялись в прямом эфире и пополняли свой семейный бюджет. 10 500 рублей уже вас ожидают. Так думайте, думайте. Ваше вознаграждение ваше выросло. Здравствуйте. Какую спичку переставили вы? Надо убрать 4.
4 убрать. Вы считаете, что вы можете что-то сейчас убирать? Я разве сказала что-то убрать из задания? Ни в коем случае. Ни в коем случае ни одна из спичек не должна быть выброшена из задания. Вы не можете сейчас что-то выбрасывать или добавлять. Я не раз уже это повторяла. В конце концов, уже третье задание перед вами. Правила остаются те же. Они неизменные, не изменились, и я их тоже не изменю. То есть я хочу, чтобы вы сейчас указали мне все-таки на ту самую спичку, откуда вы ее берете, куда вы ее переставляете, чтобы ответ был равен 30 в левой части. А вот выбрасывать или еще что-то другое придумывать абсолютно не нужно. Это же абсолютно лишняя работа, согласитесь. Тем самым вы не становитесь героем, тратите зря время свое и время прямого эфира, когда нам столько еще всего нужно сделать, у нас столько разных интересных заданий впереди, очень сложных, кстати, не менее денежных. И нам нужно двигаться с вами дальше. Я не хочу, чтобы мы с вами останавливались где-то и делали большой перерыв. Нет. Время программы, оно строго ограничено. Оно, кстати, летит очень быстро и незаметно. И вы оглянуться не успеете, как я начну с вами прощаться. И пока что у нас с вами это и время есть. Мне хочется, чтобы вы работали. И работать нужно оперативно. Я надеюсь, что к концу программы у меня будет достаточно много героев, достаточно много победителей. Ну, как минимум 5. 2 у меня уже есть. Вот хочется, чтобы сейчас вы не сидели сложа руки, а наверстывали время. Хочется услышать 3-го, после 4-го и 5-го победителя. Ну, а дальше посмотрим, сколько времени останется. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Из шестерки мы делаем нолик. Из шестерки ноль. Возможно. Возможно это сделать, но это сделает левую часть еще меньше. 23 плюс 0 и минус 4 будет 19, а нам нужно 30. Ни в коем случае. Надо думать и рассуждать логически. Логику обязательно свою примените сейчас. Это логическая математика, и нужно, конечно, прежде чем совершить то или иное действие, нужно подумать, а вообще, стоит ли это делать? Пригодится вам эта перестановка спички? Как вы убедились сейчас, у вас получился ответ 19? Это не победное решение, потому что ответ должен быть равен только 30 в победном решении. Мы с вами для этого сейчас спичку переставляем, чтобы этот ответ получить. Так как 25 ответ меня не устраивает. Получается неравенство, но мне очень хочется услышать от вас равенство. Так что исправляйте себя, никогда не поздно исправиться и вновь набрать номер прямого эфира, потому что я не ограничиваю вас в ваших появлениях в прямом эфире, в ваших победах. Решайтесь, решайтесь. Нет ничего страшного. Нет, не надо стесняться, не надо бояться. Все возможно, в моей программе уже 2 победителя есть. Заданиями со всеми можно справиться, да? Они будут с каждым разом усложняться, но в этом нет ничего страшного, ведь опыта вы тоже набираетесь с каждым разом. Вознаграждение ваше растет постоянно. Так что чего здесь бояться или ждать, я даже не знаю. Вот надо становиться героем прямо сейчас. Это я вам точно могу сказать. Что откладывать-то потом не стоит. Потом у вас будут новые возможности, новые интересные задания, новые финансовые возможности, так сказать. И потом ваш конкурент может вас опередить и заработать эти деньги. 10 500 рублей. И если вы не хотите, я думаю, что это вам не так-то хочется. Так что если вы хотите сами сейчас стать моим героем, постарайтесь. Набирайте номер прямого эфира, если вы знаете, что и как должно измениться, если вы знаете, откуда и куда должна переехать спичка. Все возможно в моей программе, и я даже не знаю, что произойдет в следующий момент, ведь это прямой эфир. Поэтому я не хочу, чтобы вы сейчас молчали, тратили время прямого эфира. Когда подойдет время к концу программы, я уже ничем не смогу вам помочь. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Здравствуйте. Здесь нужно с четверки спичку на 6 переставить. А что с четверкой стало? Ну, опять же, вот разрушили цифру и все на этом. И в какой
какой был смысл врываться в эфир с подобным решением? Как я должна посчитать теперь левую часть, если цифру вы разрушили? Ни в коем случае, ни в коем случае не надо сейчас ошибаться. Я не хочу, чтобы вы тратили время просто так, впустую. Все-таки сегодня хороший, замечательный, великолепный день. И хочется, чтобы он стал еще лучше. Чтобы вы стали победителем, вам нужно сейчас приложить максимум усилий, потому что задание очень сложное. Достаточно много спичек, с которыми вам нужно поработать сейчас. Много всевозможных комбинаций может получиться. И с каждой комбинацией вам тоже нужно сейчас поработать, пересчитать и посмотреть, чему равна стала левая часть. Вы понимаете, что вам сейчас много чего нужно сделать, чтобы найти победное решение? Если в первом задании было две цифры, один знак, то, конечно, времени у вас заняло немного для того, чтобы отыскать победное решение. Сейчас посмотрите, сколько спичек. И вам нужно проделать немало работы, чтобы победное решение у вас появилось. Потому что я уверена, что ни с первого, ни со второго раза получится. Но получится, именно так и нужно действовать. Ни в коем случае не опускать руки. Здравствуйте, какое решение у вас получилось? Алло, здравствуйте. Из тройки как-то надо сделать восьмерку. Ну, а как вы это сделаете? Две спички добавили. Откуда вы их взяли? А вот тому, кто не будет ничего добавлять, а грамотно переставит одну спичку, я вручу 12 тысяч рублей. На 1500 рублей я увеличила сумму вашего вознаграждения. Вот все делаю ради вас. Все делаю ради вашего блага, чтобы вы сейчас пополняли свой семейный бюджет, использовали знания и способности, становились богаче, становились счастливее и радовали своих родных и близких. И в течение всей программы я хочу, чтобы вы каждое мгновение использовали для того, чтобы стать моим героем. Заданий очень много. Это третье. Уже с двумя справились. Это хороший показатель. Это говорит о том, что вы способны сейчас работать, и вы настроены на победу, вы настроены пополнять свой семейный бюджет, и значит, нужно действовать прямо сейчас. Ни в коем случае нельзя сидеть, сложа руки, потому что это прямой эфир, и ждать, конечно, я не смогу вас, когда вы созреете. Действовать нужно прямо здесь и сейчас незамедлительно. Так что я жду вас в прямом эфире. Если у вас появится победное решение, то можете смело набирать номер прямого эфира 0948. Там явно не одна спичка задействована, да еще и знак захотели поменять. Вот какой знак вы захотели поменять, опять же, для меня непонятно. Ну, нет, конечно, если вы впредь решите изменить какой-то знак, то обязательно сообщайте, какой плюс или минус. И обязательно учитывайте то, что только одна спичка должна переехать. Не нарушайте правила сейчас. Это абсолютно вам не должно быть интересно. Нарушать правила ни к чему абсолютно. Это не сделает вас героем, не сделает вас победителем и богаче тоже не сделает. Так что нужно себя исправить. У вас есть эта возможность исправиться. Никогда не поздно, пока вы видите интересное задание перед вашими глазами, пока вы видите мою программу. Вы можете себя исправить. Вы можете набрать номер прямого эфира и стать победителем. Уже с победным решением ворваться в прямой эфир. 12 тысяч рублей вас ожидают. И я с удовольствием это вознаграждение отправлю вам. Любым для вас удобным способом. Как вы только пожелаете, как вы только захотите. Надо только поверить в себя сейчас. Нужно действовать незамедлительно. Идти просто на пролом к своей победе. Уже два победителя есть. Добились результата хорошего. Стали богаче. Использовали возможность. И могут продолжать работать дальше. То есть я вас в этом не ограничиваю, как вы знаете. Принимайте участие до конца программы. Действуйте, действуйте. Сейчас молчать точно не надо, потому что уже большая часть программы позади. Ничем дольше вы молчите, тем меньше времени у нас с вами остается для того, чтобы справиться с этим заданием. А оно-то непростое, и время нужно, чтобы отыскать
решение победное. Но, может быть, так сложилось, что вы уже отыскали. Значит, лучше озвучить, ведь все возможно. Поторопитесь озвучить свое решение, потому что я готова вручить уже своему третьему герою 14 тысяч рублей. Да, вы не ослышались, на 2000 рублей я увеличила сумму вашего заработка. Какое достойное, хорошее вознаграждение сейчас ожидает моего третьего героя за решение этого задания. Посмотрите внимательно, откуда здесь можно взять спичку и куда ее можно поставить, чтобы левая часть увеличилась сейчас. Анализируйте, продолжайте поиски, не сдавайтесь, если вы еще не отыскали ту самую спичку. Не надо сдаваться, так как третьего победителя еще нет, значит, каждый из вас может сейчас им стать. Да, если вы не будете сейчас сидеть, сложа руки и отчаиваться, то у вас обязательно все получится. Думайте, думайте, что и как может измениться. Здравствуйте. Какую же спичку переставили вы? Двойку делаем тройкой. Двойку тройкой. Возможно это сделать. Но нужно ли? Это слишком сильно увеличит левую часть на 10 единиц. А нам нужно только на 5 единиц увеличить. То есть вы немного перестарались сейчас. Все-таки я хочу, чтобы вы переставили спичку. Но именно ту самую. Не за любую переставленную спичку, не за любой ответ я готова вознаграждать своих участников. Но если вы переставите именно ту спичку и получите ответ 30, то я вас поздравляю. Вы становитесь моим героем. Значит, вам нужно прямо сейчас уже набрать номер прямого эфира и поделиться со мной своим решением. Потому что я в любой момент готова вам это вознаграждение отправить. 14 тысяч рублей, согласитесь. Очень достойное предложение, более чем достойное предложение для моего третьего героя. Их точно сейчас сидеть нельзя и молчать нельзя. Потому что мое шоу предназначено для того, чтобы вы пополняли свой семейный бюджет и заработать 14 тысяч рублей. Какое молчание тут может быть, когда нужно просто активно принимать участие в моей программе? Как увеличить-то левую часть? Не намного, на 5 единиц всего лишь. Так решите сейчас это неравенство. Превратите его одной спичкой в равенство. В этом, конечно, и заключается вся хитрость этого задания, вся сложность задания, что не любым способом вы сейчас сможете прийти к ответу нужному, а только переставив спичку. Здравствуйте, вы какую спичку переставили? Я предлагаю с плюса переставить на шестерку. С плюса на шестерку, возможно, но разве это увеличит левую часть? Вы ее сейчас сделали значительно меньше. 23 минус 6 и минус 4. Минус 8. Разве можно, разве вы сейчас увеличили? 23 минус 8 и минус 4. Посмотрите, вы сделали левую часть еще меньше, да и намного меньше, чем она есть сейчас. Вам нужно обязательно сейчас подумать, прежде чем переставляете спичку, обязательно проанализируйте и подумайте, нужно ли вообще переставлять эту спичку, к чему это вас приведет, ведь пересчитывать вас нужно. И я вообще советую вам сейчас выложить это неравенство перед собой из любых подручных предметов. И наглядно перед собой вы будете уже переставлять спичку, увидеть, какие символы у вас получаются, чтобы ничего не разрушили, чтобы ничего не было выброшено из задания. Ну и добавлять, конечно, ничего тоже не нужно. Достаточно сделать одно простое действие. Переставить спичку. Согласитесь, это сделать нетрудно. Но вот отыскать эту спичку и найти то место, где она должна находиться, вот это вот непросто. И чтобы отыскать ту самую спичку, вам нужно сейчас ряд действий проделать. С каждой спичкой поработать и каждую комбинацию пересчитать. И вот тогда, после того, как вы посчитаете, вы уже будете видеть и будете точно уверены в правильности своего решения. С той ли спичкой поработали? Или все-таки стоит еще поразмышлять, отложить свой ответ, пока отложить появление свое в прямом эфире и подумать, может быть, какая-то другая спичка все-таки должна переехать. И только после того, как вы посчитаете, увидите, что ваш ответ равен 30,
можете смело набирать номер прямого эфира и становиться моим победителем. И я сразу же вам отправлю 14 тысяч рублей. Согласитесь, это очень достойное вознаграждение, более чем. И представьте себе, что эти деньги могут прямо сейчас стать вашими. Я их отправлю вам любым для вас удобным способом, как вы только пожелаете. Но мне хочется, чтобы вы сейчас работали. У нас остается все меньше и меньше времени до конца программы. Большая часть программ уже давным-давно позади. И я хочу, чтобы мы остаток времени, который у нас еще все же есть, потратили на победы. Может быть, даже не один победитель еще у меня будет. Здравствуйте. Какое решение у вас получилось? Переставьте спичку с плюса на минус. С плюса на минус. Это возможно сделать, но опять же, это еще меньше сделает левую часть. Нет, нужно сейчас повнимательней быть. Ваша внимательность сейчас очень важна, ваша логика, ваша сообразительность, задание сложное. Вы усложняете еще больше заданий тем, что сейчас что-то придумываете, что-то лишнее начинаете делать в этом задании. Лишнего ничего не надо придумывать. Согласитесь, достаточно переставить одну спичку, и вы мой герой. Для чего вы сейчас выбрасываете что-то из задания, разрушаете цифры и продолжаете ведь настаивать на своем, продолжаете ошибку за ошибкой озвучивать в прямом эфире? Это вам не поможет. Появившись в эфире с решением, которое вы сами сейчас придумали, вас победителем это не сделает. Я не каждого участника могу вознаградить, но только победителя. Только победителя я с удовольствием поздравлю и вручу ему эти 14 тысяч рублей. Но времени остается все меньше и меньше. Ни в коем случае нельзя сейчас время тратить на молчание. Ни в коем случае нельзя сейчас время тратить на ошибки. Учитесь на ошибках других участников. Ведь сколько уже раз я вам указывала на ваши ошибки? Я не для того, чтобы вас обидеть, указывала вам на ваши ошибки, а для того, чтобы вы сразу же исправились, не теряя времени, исправились и ворвались вновь в эфир. Тем более сделать вы это можете столько раз, сколько вам потребуется для победы. У каждого из вас всегда есть возможность вновь появиться в эфире, исправленным уже, и стать моим героем. Раз вы стараетесь, раз вы участвуете в моем шоу, я считаю, что вы должны быть вознаграждены за вашу хорошо проделанную работу. Хорошо проделанную работу, а не просто так. Поэтому и не хочется, чтобы вы сейчас теряли зря время на ошибках. Вы же все равно в надежде о том, что вы сейчас станете героем, врываетесь в эфир. Но я также хочу, чтобы вы понимали, что с подобными решениями, ворвавшись в эфир, вы просто не сможете стать героями. Но у вас еще есть время исправиться, есть время определиться со спичкой, определиться, куда она должна переехать. И получить ответ 30. Вы можете все еще пересчитать. Вы можете даже проанализировать, все заново начать. И у вас получится. Главное собраться сейчас с мыслями. Главное поверить в себя, поверить в свою победу. Поэтому не надо медлить. Потому что мы сейчас близки уже к финишной прямой. Я вам говорила, что большая часть программы позади. И совсем скоро программа уже закончится. Но мне хочется, чтобы закончилась она не с двумя победителями, но как минимум с тремя. Мне хочется, чтобы в третьем задании тоже победитель появился. Потому что задание само по себе интересное. Оно денежное. Посмотрите, 14 тысяч рублей сейчас я готова вам вручить за выполнение данного задания. И мне уж очень не хочется, чтобы эти деньги сгорели и не достались никому. Мне уж очень не хочется, чтобы ваша работа была проделана напрасно. Хочется вас поздравить, вознаградить за вашу работу. Так что исправляйтесь сейчас и врывайтесь в эфир. 0948, номер прямого эфира для жителей России. Пожалуйста, действуйте. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Здравствуйте. Мне кажется, все получится, если с двойки на четверку переставить спичку. Ну а что получится? Две цифры у вас разрушены получится. И не то, чтобы у вас получилось неравенство, а просто какие-то развалины устроили из этого неравенства. Ну вот,
Куда вы смотрели, когда спичку переставляли? Вы, видимо, поторопились в эфир. Я не зря советовала выложить это неравенство перед собой. И вот как раз бы таких ответов и не звучало, потому что вы бы сразу видели, что из них получается. А сейчас, видимо, вы просто поторопились ворваться в эфир, услышали, что программа подходит к концу. Вы сразу поторопились, набрали для начала номер прямого эфира, а после чего уже просто первую попавшуюся спичку взяли и переставили туда, куда захотели. Но не подумав. Прежде не подумав и, конечно, ничего не увидев и не посмотрев, что у вас сейчас получится. Не надо торопиться, да? Программа подходит к концу, остается все меньше и меньше времени. Мы практически с вами на финишной прямой. Но это не значит, что сейчас нужно, сломя голову, в прямой эфир врываться и озвучивать мне абсолютно не победное решение. С такими грубейшими ошибками. Разрушаете цифры, ответ другой получаете. Программа заканчивается, я уже ничего не могу поделать с этим. Я не могу остановить время. Но я могу увеличить сумму вашего вознаграждения, и я ее увеличу. 15 тысяч рублей я вручу победителю. На 1000 рублей я увеличила вновь ваше вознаграждение. И хочется, чтобы вы сейчас постарались. Попробуйте изменить два символа взаимно. Ну вот пошла вам навстречу и озвучила вам направляющую. Потому что очень хочется услышать победителя. Надеюсь, что это вам поможет сейчас. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Попробуйте два символа изменить. Поработайте. Поработайте сейчас. Время есть у вас все-таки. Немножечко еще есть этого времени. Хочется, чтобы вы это время потратили на самом деле на поиски победного решения. А не просто так. Потому что я хочу видеть смысл в том, что вы сейчас делаете. Не хочется, чтобы вы просто так сейчас тратили время и работали. Я хочу, чтобы ваши труды были вознаграждены. Вам нужно сейчас действовать. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Давайте спичку в тройке поставим на минус. С тройки на минус? Ну а что с тройкой-то получится? Спичку-то вы взяли и даже не посмотрели, что из нее останется. Тройка-то разрушена у нас, нет? Абсолютно неверно. Я не хочу, чтобы вы вот такие вот грубые ошибки совершали. Но вы же прекрасно видите, что получается из цифр. Или как, вы наугад берете, вслепую берете спичку и переставляете ее? Нужно обязательно обращать внимание на то, как видоизменяется цифра, когда вы с нее берете спичку. Нужно обращать внимание на ту цифру, на которую вы кладете спичку, на то, как она изменится. Ведь не с любого знака можно взять спичку, не на любой знак можно поставить, не на любой символ. Так что вам нужно обязательно думать. Нужно думать, прежде чем врываться в эфир. Нужно пересчитывать. Программа заканчивается. Поймите, мне не хочется, чтобы вы сейчас сидели. У меня нет времени сейчас ждать. Я вам уже сказала, что не в моих силах продлить время прямого эфира. У меня не было такой цели попрощаться без победителя. А вы, похоже, меня вынуждаете это сделать. Ведь даже если победителем будет, я с вами просто-напросто попрощаюсь. Потому что у меня выбора другого не будет. И в этом случае придется задание аннулировать. Будет очень жаль, что столько времени мы на него потратили, а результата никакого не услышали. То есть не победителя я не услышала. Но было бы очень, наверное, несправедливо и обидно. Да и деньги, 15 тысяч рублей, тоже сгорят и не достанутся никому. Вот этого тоже не хочется, чтобы происходило. Я не хочу этого допускать. Но это не от меня, к сожалению, зависит от вас. Я и так всячески старалась на протяжении всего времени. Я всегда на вашей стороне. Я иду вам навстречу, шла вам навстречу. И пока что готова вас выслушать, готова вам вручить это вознаграждение. Ну, времени, конечно, все меньше и меньше для того, чтобы вы озвучить, успели свое решение. Но пока что оно еще есть. Еще есть эти мгновения, когда вы успеете ворваться в прямой эфир и озвучить решение. Но когда это произойдет, я не знаю. Но я вас сразу могу предупредить, что ждать я не смогу.
Так что вам нужно сейчас самим определиться. Хотите стать героем? Тогда набирайте номер прямого эфира. Не хотите стать героем? Тогда оставайтесь по ту сторону экрана неуслышанными. Но если нет победного решения, то и смысла нет врываться. Остатки времени тратить, опять же, на ошибки. Ну, тоже не хочется. Хочется потратить время для того, чтобы вознаградить своего третьего участника. Того участника, кто был самый внимательный сейчас в течение всего этого времени, работал и все-таки отыскал победное решение. Хочется его труды вознаградить. И если вы являетесь таким участником, который уже знает, откуда и куда должна переехать спичка, и что у вас получается в ответе? 30? Значит, можете смело набирать номер прямого эфира. Вы можете стать моим героем прямо сейчас. Но это последнее мгновение, когда я предлагаю вам ворваться в эфир и свое вознаграждение просто с победой заработать, с победным решением ворваться в эфир. У вас еще есть эта возможность. Как вы собираетесь сейчас стать героем, если вы продолжаете молчать? Ну что, молчите дальше тогда. Что я могу еще сделать? Ну, сейчас я заставить никого не могу. Ну, и у меня не было такой цели заставлять вас. Вы должны сами были понимать, что нужно что-то делать для того, чтобы стать победителем. Под лежачий камень вода не течет. За вас это, конечно, может сделать кто-то другой. Но в этом случае тогда этому участнику отправится вознаграждение. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Мое решение. Вот берете 6, переделываете одной спичкой 8. А где спичку взяли для того, чтобы из шестерки сделать восьмерку? Вы об этом не подумали. Вы ее с воздуха взяли? Нет, ну, я, конечно, не знаю, но вот о чем вы сейчас думаете? Программа заканчивается. О чем вы думаете сейчас? У меня нет времени, понимаете? Нет времени сейчас выслушивать ошибочные решения. У меня нет времени слушать тишину сейчас. Ну, продолжается тишина. Либо ошибка, либо тишина. А вот где победитель? Где победное решение? У кого-нибудь из вас есть победное решение? Программа-то заканчивается. Я не хочу допустить того, чтобы я с вами попрощалась без победителя. Не хочу, чтобы эти деньги сгорели и не достались никому. Ну сколько можно? Мы с вами очень много времени посвятили на решение этого задания. Мне кажется, даже большую часть эфира мы посвятили именно на это задание. Я понимаю, что оно сложное, но результат-то уже должен был быть. Можно было 3 таких задания выполнить за то все время, которое уже прошло. Мы с вами на одном застряли, и так вот дальше мы с вами не продвинулись. Но я вам могу точно сказать, что к четвертому мы в любом случае уже не успеваем перейти. Но с этим просто обязаны справиться. Я сейчас рискую, конечно, остаться без третьего героя. Но куда деваться, мне ничего больше не остается, как ждать. Ждать до конца программы. Я буду ждать до конца программы. Ну и программа тоже уже заканчивается. Только после того, как программа уже подойдет к концу, к сожалению, я ничем помочь вам не смогу. И поздно уже будет врываться в эфир, поздно уже будет озвучивать победное решение. Все равно я не смогу вам вручить эти деньги. Поймите, я с вами к этому моменту попрощаюсь, как вы надумаете. Поэтому сейчас уже берите в руки мобильный телефон. Больше не будет у вас этой возможности. Вот сейчас или никогда решайтесь на победу. 15 тысяч рублей. Достойное вознаграждение, которое я готова вам отправить. С заданием уже давным-давно пора справиться. И сейчас, когда у нас практически с вами не остается времени, вы продолжаете молчать. Вам что, не хочется сейчас стать богаче на 15 тысяч рублей? Вы хотите сейчас отказаться от такого замечательного вознаграждения? Ну, я вот, если честно, в это просто не верю. Я отказываюсь в это верить, и мне очень хочется, чтобы все-таки победитель на последних мгновениях эфира появился. Не зря мы столько времени с вами потратили на это задание. Ну, должны же ваши труды быть вознаграждены. И я вас вознагражу. Только в эфире появитесь, потому что я же не знаю, кому и куда отправлять это вознаграждение. Пока что вы сами не дадите о себе знать. Я же сама с вами связаться не могу.
А вы можете это сделать? Вы сейчас можете всю ситуацию взять под контроль, повернуть всю ее в свою сторону. Здравствуйте. Какое решение у вас получилось? Алло, здравствуйте. Я думаю, что из нуля нужно сделать шестерку и поменять знак. Ну, у нас ноль-то находится в ответе. Я думаю, что нужно сделать кое-что другое. 16 тысяч рублей я вручу своему победителю в этом задании. Программа закончится через несколько мгновений. Так что дело за вами сейчас. Я уже сделала все, что в моих силах. Все, что от меня зависело, я для вас сделала. Теперь вам решать. Программа заканчивается, и я не смогу вас ждать. Я не смогу вам больше дать времени. Вот сколько есть, столько есть. И уже просто... Оно уходит, 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 и скоро его вообще не станет, этого времени. Так что вам нужно сейчас обязательно позаботиться о своем вознаграждении. Вам нужно сразу же ворваться в прямой эфир, озвучить мне подробное победное решение, откуда вы взяли спичку, куда вы переставили, что получили в левой части. Все, что получили, вы пересчитываете, получаете 30. Здравствуйте. Какое решение получилось у вас? Алло, девушка, из 4 можно сделать 11. Можно сделать, но нужно ли? Вы посчитали, что получилось? Зачем? Зачем вы сейчас увеличили левую часть настолько? Вы уменьшили сейчас левую часть. Смотрите, 23 плюс 6 и минус 11. Ну, я даже не знаю. О чем вы сейчас думаете? Ведь программа заканчивается. 16 тысяч рублей. Это, я считаю, что это более чем достойное предложение за такое задание, тем более с которым вы уже работаете большую часть эфира. Но в любом случае уже должно было быть у вас победное решение, если вы изначально начали поиски этой самой спички, если вы изначально начали прорабатывать каждую комбинацию возможную в этом задании. То победное решение, оно должно быть у вас. Не может быть такого, что вы его просто не обнаружите. Значит, где-то что-то не доглядели. Значит, где-то что-то упустили из внимания своего. Здравствуйте. Какую спичку вы сейчас переставили? Девушка, я предлагаю звонить и сделать тройку. Можно это сделать. Но, опять же, не нужно. 30 в ответе не получается. Я даже обсуждать не хочу ваш ответ. Я хочу услышать победителя. Я не хочу больше выслушивать ошибочные действия. 0948 – номер прямого эфира для жителей России. 0930-7001 – номер прямого эфира для жителей Армении. И для всех остальных участников также есть номер, который находится сейчас на вашем экране. Начинается на плюс 88. Пожалуйста, последняя возможность стать победителем, стать богаче. 16 тысяч рублей вы сейчас либо зарабатываете, либо я начинаю с вами прощаться. Но нет времени больше ждать. На самом деле... Это прямой эфир, я вас предупреждала, что время летит очень быстро, быстротечно, и я не смогу с вами оставаться больше, чем мне это позволено. Вот сейчас вот как раз-таки пришло время говорить вам «до свидания». И вы продолжаете молчать. Как я слышу, тишина. Я не слышу вас, я не слышу победного решения. Все-таки не надумали. Не надумали стать героем. Вы до сих пор не знаете, откуда и куда нужно переставить спичку. А чем вы тогда занимались все это время? Нет, то, что вы активно принимали участие в моей программе, я это слышала и общалась даже с вами. Ну, а как же насчет правил? Вы почему правила-то не соблюдали? Вы работали, но не в том направлении. Вы что-то делали, но совсем не то, что нужно. А если бы вы изначально начали это задание выполнять по всем правилам, то вы бы уже давным-давно стали моим героем, стали счастливым обладателем денежного вознаграждения. 16 тысяч рублей сейчас все еще вас ожидают. И очень я удивлена тому, что до сих пор это вознаграждение у меня. Очень удивлена. Я просто не верю в то, что никто из вас сейчас не хочет... пополнить свой семейный бюджет на 16 тысяч рублей, не выходя из дома, не вставая с вашего места. Не надо даже физическую нагрузку прикладывать, чтобы эти деньги заработать. Но если вы все-таки заработаете деньги, вы можете завтра позволить себе на работу не ходить. В четверг и в пятницу. А уж в субботу, в воскресенье снова выходные дни. Можете продлить неделю отпуска себе устроить.
Почему вы сейчас отказываетесь от такого удовольствия? Почему вы сейчас молчите? Ведь у меня нет времени больше. Нет времени. Все, программа заканчивается, подходит к концу. И я даже не знаю, как и что. Ну, почему так сложилась ситуация? Мне, конечно, это расстроило. Уж точно не порадовало. Два победителя есть, и это, конечно, хорошо. Поздравляю двух победителей, которые справились с первым, со вторым заданием. Ну, а что третье задание? Так и осталось без вашего внимания. Зато самое сложное, зато самое денежное. И осталось без внимания. Ну, неужели так на самом деле происходит? Неужели мне так с вами придется сейчас попрощаться без своего третьего героя? Но, видимо, это так и есть. Ну, а что еще мне делать? Я вас предупреждала, что у меня другого выхода не будет. Я вас предупреждала, что я не могу вас ждать вечно. Здравствуйте. Какую спичку переставили? Алло, здравствуйте. Переставьте спичку с шестерки на тройку. 29 плюс 5 минус 4. Наконец-то это победное решение. Вас поздравляем. Как вас зовут? Назар. А откуда вы звоните? Суздаль. Именно к вам, Назар. Суздаль отправляется 16 тысяч рублей. У меня сегодня было три замечательных героя. Вы прекрасно поработали. Всего вам хорошего, дорогие друзья. До свидания.